Шиномонтаж, ремонт двигателей, ходовой части, коробки передач, электрики, а также замена масла, фильтров и многое другое в обслуживании и ремонте автобусов, грузовиков, прицепов и полуприцепов. Компания ТТК «Щелковострой» работает уже 10 лет в сфере грузовых перевозок. Сегодня фирма расширяет границы своей деятельности, открывая ремонтную базу. По традиции в новое помещение вначале входят не сами работники и руководство, а четвероногий друг кот. Само же открытие рембазы – важный шаг в развитии компании. Теперь ТТК «Щелковострой» будет обслуживать и ремонтировать не только транспорт, принадлежащий фирме, но и оказывать услуги клиентам. Открыто для всех. То есть я границ в этом не вижу. То есть все добро пожаловать к нам. Это помещение на Заречной 139 в Щелкове компания готовила в течение нескольких месяцев, учтя все необходимое. Комфортные условия труда – важный фактор, ведь работа у специалистов этой сферы непростая и ответственная. Здесь созданы все условия для наших слесарей, для водителей, для клиентов. Полностью закуплено новое оборудование, шиномонтаж, балансировка, все компрессора, весь новый инструмент. Эта работа, она творческая. Вы знаете, если нет души в этой работе, то, соответственно, тут не поработаешь. Это дорога. И для них дорога – это жизнь. Поэтому мы должны соответствовать всем параметрам, чтобы они всегда, уезжая от нас, приезжали опять к нам и не останавливаясь в дороге на ремонт и так далее. Специалисты здесь высококвалифицированные. В планах дальнейшее обучение сотрудников фирмы, в том числе за границей. Уже сегодня ТТК «Щелковострой» сотрудничает с десятками компаний, но не собирается останавливаться на достигнутом. Так, в перспективе продолжительное сотрудничество с китайским партнером, фирмой «Хагер». Хотим здесь открыть на этой базе обслуживание, ремонт и обслуживание вот этих китайских автобусов. На данный момент в городе Щелково такого специализированного центра по грузовикам, по автобусам в принципе нету. Вот по всем коммуникациям здесь все очень удобно будет для людей. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.